Всем привет! Сегодня буду делать очень полезную, интересную, простую в изготовлении, но самое главное, нужную самоделку, практически для каждого мастера. Для этой самоделки мне понадобится пустой бутылек от Герметика, желательно алюминиевый, ну, подойдет, в принципе, и пластик. Вот такая вот увеличенная гайка, болт и ступенчатое сверло. Ну и еще полипропиленовая труба. Плавить пластик нужно в проветриваемом месте, желательно на улице, потому что он токсичный при плавке. Очень тяжело плавится, уже минут, наверное, 20. Так, ну что, вроде должно хватить, пробовать заливать буду. Надо сейчас постучать, чтобы пузыри все вышли. Решил я то, что залил, вот в этом алюминиевом корпусе его и оставить. Сейчас только наждачкой его зашлифую, затем одену на болгарку, подровняю, чтобы не было биения.
Еле как натянул, сразу говорю, это одно из самых сложных мероприятий, натянуть камеру на вал. Ну а теперь надо все это дело проклеить, а потом лишнее обрежем, как высохнет. Обычный момент, самый дешевый. Так вот, нужно оттягивать и заливать. Желательно делать вдвоем, одному не очень удобно. Я сейчас сделаю по-другому, я закручу сюда болт, зажму в тиски и буду оттягивать и заливать. Резинку обязательно нужно приклеить, иначе она будет спрыгивать во время работы, слетать. А теперь просто крутим ее, и клей сам внутри размазывается. Все, теперь ждем полного высыхания и будем работать дальше. Вот такая, друзья, у меня получилась интересная насадка на болгарку шлифовальная. Очень ей удобно, можно по окружности трубу шлифовать. Как вы видите, она обхватывает все это дело. Единственная пружина чуть-чуть слабоватая. Добавил еще одну, надо поискать пожестче, чтобы натяжка была получше. Ну и все, пробуем-ка проверить. Как вы видите, шлифует вообще отлично, идеально. Попробуем обработать брусок. Так что, друзья, вот такая вот отличная насадка шлифовальная на болгарку получилась, которая огибает саму заготовку, тем самым позволяя трубу по кругу шлифовать сразу. Ну и также брусок отлично шлифует. Всем, кому понравилось видео, не забываем подписаться на мой канал, нажать на колокольчик. Желаю всем успехов, удачи, пока-пока.